351. Раз, раз. Раз, раз, 351. Стандартный. Слышно нормально. А как фонарик включить? L нажми. Я в доме. Не идет. А чё лазер в тумане не видно ни хрена? Он только в ПНВ вообще-то. Ну это понятно. Ну хотелось бы в тумане, чтобы был виден. Так, ну. Ну что, нам на юго-запад? Идем? Да. Курс 240 нам выходить как раз. Мы выйдем в торец к ним. Как будем заходить со стороны танка? Или разделимся? Ой, давайте все вместе пойдем, потому что сейчас мы разделимся и друг друга постреляем нахрен. Прям вот гуськом, блядь. Ну, наверное, со стороны танка будет выгоднее, он ближе как бы к краю. Ну, да, да, давайте. Там зачистить всех и потом подорвать его. Ну, надо там обойти. Могу издалека ФПГшкой плюнуть, если кто-то рядом будет, убьет. Если что, стенку сломает. С тыльной стороны. Ну, можно и так, в принципе. Опять омут объелся чего-то. Это нормально, я медитирую. Опа, опа. Чё это такое? Маклауд, отсыпь. Не дам, самому мало. Ну, давайте, давайте двигать. У нас тут Дэнс Баттл. На шепот перешел. Курс 200 тогда. Обойдем. Хорошо, давай, Васек, веди. Рожу. Зайдем и накроем всех одним разом, блядь. Гранатами закидаем, нахрен. Да, эх, гробы подорожают. Я маслину поймал. А ты мина знаешь где там? Да, там таблички стоят, блин. Ну, блин, можем не прочитать. Ну, наконец-то, а то все водка, водка. Предчувствия его не обманули. Маклауд только что чуть сквозь аномалию прошел. Да, это была вспышка. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Может быть, какую-нибудь миссию про сталкера сделать? Можно. Скриптовые аномалии. Кросс-босс есть. Ну вот я что и говорю. Типа долг выдвигается зачистить какую-нибудь кровососную базу. И забрать какой-нибудь редкий артефакт. Ну типа да. Чё нет-то? Да и можно. Перебить всю свободу заодно. Губа не дура, делать надо. Но... С-скрипты. Так были бы кровососы, сделаем. На аномальске же есть. В аномальске, правда, в армии второй еще выброс же есть. Так, на 2 часах какое-то пламя в тумане. Это вот они и есть.
Это они и есть. Это фонарики. О, у меня капельки по очкам стекают. А ты очки сними. Я очки снял нафиг, блин. Обзор лучше. Да. Да не, я просто так быстро бегу, чтобы глаза это самое не слезились. Ветер в халю, я хуярю. Точно. Прохладно. Так, а у нас все идут гуськом что-то. Никто не отстал? Отдыхаем. Да, вроде все. Я пятерых вижу. Шестеро, почему? Так, база справа от нас. Да. А, да, шестеро. Вот у нас дорога. 95. По дороге она там будет. Надо обходить туда, на холм. Эх, бравые морпехи. Отдохнули? Фонариком не свети. А, не палитесь. Все, двигаем. Скажи, когда мину видят. Ты услышишь. Я почувствую, я близко от него. Если они увидят на востоке вспышки, взрыв и все. Игра окончена. Ну вот мы к этому идем. Так, вижу магазин уже, осторожно. Где вы что видите? Я ничего не вижу. Да вон справа. На три. Тумане. Обходи, обходи эту шелупань. Там, кстати, дырка в заборе есть, можно там хорошо просматривать территорию. Хавай лимончик, падла! Не мандражируй, пацаны! Ой, я маслину споймал. А ну чики-брики в дамки. Блять, ты смотри, наизусть, ёпта. Классика. Да. Так не смешно же. А по нове ничего нет. Вот послушайте, какую я историю услышал давеча. Кончай уже, Рихтер. Хороший был проект. Загнобили. По-моему, следующий лэп как раз напротив танка. Там, где радуга. Следующий стол. Что там такой юрки? Заканчиваешь с адреналином. Да. Или с чем-то покрепче. Немножко. Немножко просто. Полкубика и все. Полкубика. А почему кубик же в иголку не влезет, наш круглый? После первой дозы все влазит. С фонариком, блин, вы чё? Крейгер. Так. Кого там ещё базука? Бир. Нам надо будет с тобой сейчас подойти, выстрелить и отойти.
А остальные зайдут немного с фланга, что. То есть мы просто стенки сломаем, да? Ну попытаемся. Если сломаются, значит сломаются. Если нет, значит хрен с ним. Может кого-нибудь убьем. Ну мы по танку, в смысле, по сзаду. Да, да, по гаражу. Да, давай. Сзаду. Так, остальные тогда заходите немного левее где-нибудь. В кустиках посидите. Давай, Маклауд, отведи немного левее. Все, пошли, Бир. Нифига не вижу. Аналогично. Так, давайте еще немножко к тем деревьям. На 340 пройдемся чуть-чуть. Три погибели. Когда будем стрелять, сзади только не стой меня, чтоб не убило. Угу, так, а что за контакт перед нами? Контакт свой, свой. Это наш. Успокойся. Так, куда? Я только не вижу. Сейчас, сейчас. Надо зайти чуть. Точно в центр? Ну да, да. Кригер далеко не забил. Вижу. Бир, видишь дерево, я смотрю, впереди меня? Ну. В метрах в десяти. Ну. Вот по этому курсу правое здание, правый гараж. Погоди. Видишь? Правый гараж. Видишь? Бир. Да, да, я вижу. Ну все, давай, значит, отойди от меня и на счет три вдвоем стрельнем одновременно. Да, слушай, давай сначала ты пожги, а потом я относительно тебя. Ну давай, ну тогда смотри. Давай. Да, да, да. Давай. Слушай, я не вижу в это примерно. Все, уходим. Выдвигаемся. Скидывай трубу. Да, все. Маклауд, вы сейчас где примерно? От нас к вам 100 ровно. Принял. Нам вас ждать? Да, мы идем, пошли. Выдвигаемся. Вот, стягивайтесь. Мы в деревьях, их на холме. 167-я высота примерно на карте. Принял. Кстати, советую всем снять коллиматоры, они отсвечивают на солнце. И очки. Да, идем, очки тоже снимайте.
Без коллиматора нет, а не прицелиться. Сними этот фонарик и лазер целеуказатель. Пустой автомат. Так, Маклауд, вижу вас правее, возьмите. Принял. Вижу. Это мы. Так. Заплутали, что ли? Вы куда? Я же сказал правее. 90 градусов, если смотреть на цель. Вот я стою, меня кто-то видит. Да, все вижу. Левее, не правее. Ну, как вы шли, было правее. Левее. Вы шли на цель. Ты от тебя говоришь. Налево. Да ладно. Чё, пустим группу быстрого реагирования вперед? Да, нужно пару человек отвлекать. С главного входа, например. Со стороны магазина. Так, кто там? Кто еще инженер был со мной? А, Бир. Да. Мы с тобой в основной идем. Клаус. Нет. Колт и CMF. Слышите? Да. Да. Зайдите с центральной дороги. Мы шли, пересекали дорогу. И там пошумите. Ну, если кого-нибудь увидите, то стреляйте, соответственно. Убить всех. Да, с центрального направления. Та, которая на юго... с востоке. Ну, с востока, короче, да? Да, с востока. Понял. Там шлагбаум. Угу, понял, выдвигаемся. Давайте. Так, все, а мы идем сейчас вот в дом, такой покошенный, двухэтажный. Там можно пройти, в принципе. Пойдем. Тут мин-то нету? Нет, тут нет. Понял. Тут высокое напряжение. Все, выдвигаемся. Гранаты сразу готовьте. Осколочно-фугасная или фрага? Да, любые, это одинаково. Любые. Фраги, они просто далеко кидаются, они маленькие. Лёжа. Кригер. Там дороженько положите. Ложись. Кригер. Всё, сейчас режим тишины. Шоп. Вперед, только не лезь.
Получается, мы с Колдом, мы у входа восточного. Принял. Если кого видите, работайте. Принял. Как только услышите стрельбу, сами начинайте стрелять. Понял. Чисто. Да, ползком. Почти в магазине. Понял. Шумите. ЦМФ, шумите. Шуметь? Понял. Кидаем гранаты. Колд, кидай куда тебе кажется нужно. Граната. Триггер ёбнул одного. На втором этаже, в двухэтажном здании. Да. А всё как вперед ушел, его убили. Да. Где Маквал? Угол, как. Скригер лечится. Бир, туда не кидай, там никого нету. Бир назад. Махал, кто в доме? Дома.
можешь ползком потихонечку вылезать и осматриваться. На асфальте прям. Забором у тачек кто-то лежал, я грамма закинул, пока нет дыма. Понял, вот Маклауд, Маклауд, кидайте дым вперед, впереди танка. Так, ты никого не видишь. Где выезд? Кидайте дым туда. Нет. Кидай. Смотри, видишь справа домик. Быстро перебегай в него прям, не забегай в него, не прячься в него. Я тебя прикрою. В гараже, в гараже, брат. Я сяду у тебя. Понял. Сейчас я в окошко загляну. Давай. Они идут в дом. Добил. Севернее стороне лагеря. Принял. Васек, можешь у него рацию взять, если послушать их переговоры. У меня есть одна. Кригер, это наш вообще. Нет, мы сейчас будем взрывать танк. Я понял. Давай. Бир. Да. Двигаем сейчас с тобой. Колд. Давай. Колд. Маклауд, Маклауд. Прикройте нас. Мы сейчас будем открывать дверь танка. Крикер. Крикер. Да. Смотри, выезд из этого гаража, понял? Угу, хорошо. Маклауд, давай. Чуть вперед. Взорвать его нафиг. Попали, перевязываюсь, еще одного трахнул. Сколько всего? Не знаю, двое, наверное. Ясно.
все отход, все отход. Принял, принял. Голд, пошли перебежками по очереди. Все, уходим. Все, бежим. Нихера там хуя. Мы уходим, все? Все, уходим. Понял. Так же, как шли. Всем отход, всем отход. СМФ с холдом отошли. Рожер. Так что этот, вы проиграли, все, пока. Раз вы спиздил, гад. Передавай им привет. Да, да, пламя. И вам привет от ребят. Все, думаю. Живой какой-то не такой? Нас пятеро осталось живых. Двоих потеряли, походу. Блять, боекомплект до сих пор взрывает. Колд, нет, а, вот у меня как. Всё? Если я потеряюсь, я тебе скажу.